Главный тренер тобольских команд Елена Кутовая. Елена Дмитриевна, по составу турнира и по ходу ваше мнение? У меня детей много. Как видите, две команды выставили на этот турнир. Цель преследуем такую, что во втором составе играют девочки 2000 года и новички, девчонки, которые занимаются недавно, чтобы обыграть их, приобрести какие-то навыки спортивные и не стоять в ладушке, хлопать в запасе в основной команды, а именно играть. То есть задача ставится у второй команды вот именно наиграть хороших перспективных новичков, девчонок высоких. Ну а первая команда готовится к полуфиналу России, который будет в Красноярске с 20 по 31 марта проходить. И также преследуем цель именно поиграть сильный турнир. Поэтому были приглашены команды старше нас на год. То есть болгарки играют 2000 годом. И мы еще почему их позвали, потому что мы очень давно дружим с этим командой Динвида. Очень хороший тренер, всегда очень интересные игроки. Поэтому приглашаем тех, с кем приятно общаться и с кем приятно играть. Потом команда из Москвы, мы тоже давно знаем этого тренера. То есть мы с ними играли, когда она еще жила в другом городе. И к ним ездили на турнир в Нику, тоже очень хороший турнир был. Тоже там поиграли очень хорошо. Команда Томска для нас практически неизвестная команда. Сам тренер на нас вышел и попросился на этот турнир. Тоже очень перспективные девочки, как вы видите, и только набирают игровой опыт. И с ними бороться чем дальше, тем будет интереснее. Команда из Пикачей, Ханты-Мансийский округ, они в этом возрасте лучшие в своем округе, поэтому мы их тоже пригласили. Очень наигранные девчонки, очень давно занимаются, и тоже игра получилась с ними. У нас лично у первой команды, конечно, игра не получилась, что-то не собрались. Наверное, я думаю, немножко переоценили свои возможности, потому что две недели назад в Покачах мы у них выиграли, у этой же самой команды. Ну, дома игра всегда сложнее для детей, это видно, во-первых. Где-то они дома, где-то они где-то погуляют. То есть нет вот именно даже, я считаю, что режима дня правильного. Когда на выезде, проще ими управлять и проще ими руководить. Поэтому игра на выезде, может быть, даже получается лучше, чем дома. И дома, может быть, переживают, хотят лучше, получается хуже. Родители приходят, там родственники. Ну, кто у нас еще тут, господи, турнир? Уфа. Уфа. Ну, а команда Уфа попросила с двумя возрастами. Ну, команда очень хорошая, и маленькие, и старшие девчонки тоже у них. То есть, я считаю, что турнир получился. И равные команды, сами видите, счет 3-2, много партий. Играем в круг, две игры в день. То есть, график напряженный. Именно цель такая, чтобы именно поиграть. И поэтому, ну, кто не приехал, тот не приехал. На следующий год будем приглашать еще другие, может быть, как говорится, всем понравилось. Организация идеальная, зал прекрасный, то есть все, судьи нормальные. Ну, то есть что еще, я думаю, что другие команды сами скажут. Но мы, как бы, я немножко не очень довольна, конечно, игрой команды. Мы будем работать еще, две недели у нас есть. Над какими-то... Мы можем играть лучше. То есть они не показывают эту игру здесь. Не знаю, с чем связано. Может быть, немножко боятся. Может быть, трудно сказать. Но мы можем играть гораздо лучше в этом составе.